Ростове-на-Дону, 4 Леон, РИА Новости. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам колонии общего режима жителя Дагестана Абдулу Омарова за участие в террористической группировке ИК, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь суда Лена Катькала. Суд назначил Омарову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сказала Катькала. По версии следствия, в середине лета 2015 года в сирийской Раке Омаров в целях изменения конституционного строя и создания в республике халифата вступил в террористическую группировку ИК. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям об участии в террористической организации и в незаконном вооруженном формировании. Террористическая организация, запрещенная в России.